Всем привет! Вы на канале Татьяны, и сегодня я нахожусь в парке имени Шевченко, который находится в центре Киева, возле, кто не знает, Красного университета, который также называется имени Шевченко. Каждый день, каждый год на 14 февраля уже вошло в привычку, что Рошен украшает парк Шевченко. В этом году вот на месте фонтанчиков стоит такая корзинка, подчеркивающая Рафаэла с сердечками. Дальше мы видим цветочки и разные украшения. Шарики, сердечки. Шарики, которые висят на деревьях, ночью они работают подсветкой, они все подсвечиваются. Итак, мы прошли немножко в середину и видим, что с правой стороны стоит реклама Рафаэла. И по левую сторону дорожки, которая идет, также стоит коробка Рафаэла. И вот такие пролисочки стоят. На деревьях сердечки. И шарики с подсветочками. Эти вот цветочки. Подснежники сделаны вот так вот с подставочкой, на которую встают девчонки и мальчишки и фотографируются. Вообще парк Шевченко — это очень романтическое место, что летом, что зимой. А вот соответственно реклама Рошен, где написано, что фотографируйся, выставь на Facebook и будет тебе счастье. И вот несколько таких площадок для фотосессии, для фотосъемок. Также вот написано, что весна приходит с Рафаэла. Но, дорогие мои, весна приходит с Рафаэла и без него. Весна была и будет. А вот Рафаэла неизвестно. Всем удачи, всем пока. Если вам понравилось короткий обзор парка Шевченко, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.